Зеленый уголок в черте города сейчас на вес золота. Местные жители разбивают здесь клумбы, прогуливаются по вечерам со своими питомцами. Совсем рядом расположен детский сад. Рисуется гармоничная картина, которая устраивала не всех. В нескольких метрах расположилось, образно говоря, поле боя. Одни там видят зеленую зону, другие – многоэтажный торговый центр. Местные жители уверены, застройщик, кощунственно прикрывшись акцией «Лес Победы», решил пересадить деревья вдоль лесной улицы. Обрублены корни, подрублено дерево, которому достаточно уже много лет, и причем все зеленые насаждения, они молодые, с ростками. Специалисты констатировали факт – большинство деревьев обречены. А местные жители уверены, этого и добивались организаторы пересадки. По их словам, в планах у застройщика расширение лесной улицы для организации более удобного съезда с Можайского шоссе. Рядом детский сад, он что, должен задыхаться? Дети должны задыхаться? На незаконную вырубку зеленых насаждений жители микрорайона уже пожаловались и на Добродели, и в Министерство экологии. Их борьбу за справедливость поддерживает и администрация Одинцовского района. Мы будем продолжать бороться. Мы жалуемся в различные органы, в том числе силовые органы нам помогают, и администрация района нам также помогает. Мы надеемся, что наведем здесь порядок. И хотя прогноз специалистов неблагоприятный, деревья с обрубленными корнями коммунальщики все же попытаются спасти. Пересадка запланирована на берегу речки. Правда, при переносе насаждений важно разобраться, где заканчивается частная собственность и начинается муниципальная.